Как по-турецки сказать «я заболела», «простудилась», «я себя плохо чувствую» или «у меня недомогание»? Рассмотрим часто встречаемое выражение. Первым на ум приходит слово «hastayım» или «ben hastayım». Буквально «я болею». Синонимами могут быть фразы «hastalandım» или «hasta oldum» – «я заболела». Как еще на турецком можно сообщить собеседнику, что вы заболели? Часто турки говорят «grip oldum» – «я подхватил простуду» или «я простудился». В случае, если вы хотите сказать, что плохо себя чувствуете, то можно калькой с русского языка сказать «kendimi iyi hissetmiyorum» – «я себя плохо чувствую». И обязательно употребляю слово «kendimi», о чем часто забывают. Кроме этого, турки часто говорят «rahatsızım» – в тех случаях, если у вас какое-то недомогание, болит голова или в целом плохое самочувствие. К примеру, «arkadaşlar, bugün biraz rahatsızım, grip olmuşum, dinlenmem gerekiyor». А вы знали все эти выражения? Чем бы вы дополнили список? Расскажите об этом в комментариях. Поставьте лайк под этим видео, а также лайкните пару предыдущих постов, чтобы Инстаграм снова показывал вам их в ленте. Я заболела, алгоритмы Инстаграм беспощадны. Herkese iyi günler!